А здесь, скорее всего, наверное, находился центральный собор. Или... Батюшка-монахи где-то. Ступенечки. Такие, давайте поднимемся сюда. Просто вот хотелось бы все-таки увидеть фотографии, в каком состоянии все это было в 1800-х годах, да, во времена процветания этого монастыря. Посмотрите, да, какие колонны, какие мощные колонны. Правда, зачем это все штукатуркой было замазано, я не пойму. Хотя красиво, когда сама кладка камня. Да, скорее всего, это, наверное, вот здесь центральный зал. Да, сюда приходили. Или съезжали с юга. С юга Украины, наверное, да? Сюда. Чтобы избавиться от болезни, почитать молитвы. Да, попросить у Господа прощения за грехи, за слова, за мысли. Да, наверное, все это обгорело, обрушилось. Да. Да, такое величие. Жалко. Здесь, конечно, ничего не осталось. Ой, напор немножко. Да, еще одно здание. Здесь тоже постройка. Да, это арка. Высота просто удивляет очень сильно. Тысяч людей, да? Сколько миллионов людей, наверное, здесь побывало, прошло через это все, через этот монастырь. Вау. Да, я все-таки попрошусь к монахам, чтобы показали мне фотографии этой постройки, этого, всей территории, да? Где конюшни были, где склады, продовольствие. Да, все-таки большой период, отрезок, да, вот жизни здесь был. Поколение, да, монахов и всего.